сюрприз. Что это поможет. Thank you.
Thank you.
скалы, лощины, расщелины и тайники. В таких местах селятся отельники и фанатики. Что там? Хорошо, что я доверяю своему слуху. Здесь так светло, не понимаю, как ты это переносишь. Что там?
Да. Ладно, давай посмотрим, что тут у тебя. Ты. Тебе велели меня убить. Заколоть могучего Логрольфа, пока он связан, как баран. Спасти? Никто не знает, что меня схватили. Кто тебя подослал? Темная госпожа прислала тебя. Погоди. Алтарь Молога Бала. Ну, конечно. Мне срочно надо в Маркарт. Освободи меня! Эй! Тебе что-нибудь нужно? Кто там? Легиону всегда были нужны сильные и умелые воины. Если думаешь, что справишься. Если у тебя какое-то дело к ярлу, то... Великолепно! Это просто неоценимая услуга. Получи свою награду. А, мы привлекли к себе внимание, да? Последнее время в Морфале неспокойно. Люди тревожатся, они утратили уверенность. Им нужен ярл с твердой рукой. Ходят слухи о восстании против Империи, а ночами с болот доносятся странные звуки. И потом эта трагедия в доме Хроггара. Людям просто нужны слова утешения, что все будет хорошо. Это то, что люди надеялись здесь найти. Тихую жизнь в тихом месте, вдали от городского шума и тревог. А теперь кое-кто беспокоится, что этот колдун Фолеон все испортит. Угу. Если ты тут какой замок хоть пальцем повернешь, я тебе устрою кару божью.
можешь одолеть того, кто верен Боэти? Я уже побеждал в этом бою. О, но на этот раз я не один. Локральф. Что? Ты? Смертный. Я даю тебе свою булаву, напитанную проржавевшей сломой. Сокруши дух в костях Локральфа, заставь его склониться передо мной. Ну, чудовище. А ты еще откуда? Не стоило сюда приходить. Ну, чудовище. Да, не покорю. Да, не покорю. Никогда. Ну, что ты? Что ждешь? Ну, да. Будешь знать. Ха-ха-ха-ха! Смертные! Какие у вас хрупкие, дряблые, жалкие тела! Попробуй еще раз! Тебе что-нибудь нужно? Я буду здесь. А ты еще откуда? Я не устався. Что? Салат? Что? Салат? Хватит. Видно, убежали. Ушли, наверное. Я сдаюсь. А ты еще откуда? Я сдаюсь. Ты склоняешься передо мной? Да! Ты вверяешь мне свою душу? Да. Ты отринешь жалкую и слабую Боэтию? Да. Теперь ты мой, Локральф. Убей его. Не убивай, я жить хочу. Не убивай, я жить хочу. Хватит! Хватит! Не убивай, я жить хочу. Не убивай, я жить хочу. Не убивай, я жить хочу. Габала, я дарую тебе ее истинную силу. Когда твои враги падут перед тобой, сломленные и окровавленные, я увижу это. Знай свое место, или Молок Бал пошлет другого героя, дабы забрать свою булаву с твоего мертвого тела. Теперь мне пора в Обливион. Нужно забрать кое-чью душу. Следи за домом, пока я не вернусь. Да. Думала, ты уже не попросишь.
какой-то. Кто там? Что это было? Хорошо, что я доверяю своему слуху. Плохое ты выбираешь. Теперь. Надеюсь, речь не о тех вещах, которые тебе просто надоело таскать.
Да. Есть что-то хорошее? Что это? Если ты считаешь, что это поможет. Отличная работа, мой защитник. Я благословляю тебя своим уважением. Немногие могут заслужить его и выжить, чтобы рассказать об этом. Я впишу твое имя в таблицу абсолютной тьмы. Можешь оставить себе мою эбонитовую броню в знак признательности. Ее свойства усилят твои таланты. Теперь ступай. Меня ждет интрига, которой потребуется все мое внимание. Ты можешь идти своей дорогой, куда бы она ни вела. Всегда помни, все будет так, как ты того желаешь.